В скейт-парке по вечерам, независимо будни это или выходные, всегда много желающих покататься на роликах, BMX или новом веяне спортивного экстрима самокатах. Ремонт самого популярного среди спортивной молодежи места был взят под личный контроль главы курорта. Сергей Сергеев посетил площадку и принял решение. В таком виде скейт-парк оставаться не может. С начала июля закипела стройка. Заменили покрытие, сделали специальную пропитку. Долгожданное событие для райдеров Анапы – открытие любимой площадки после реконструкции – свершилось. С 10 августа скейт-парк заработал в обычном режиме. Любители экстремальных видов спорта уже опробовали новое покрытие трамплинов. Самокатным экстримом Андрей Морозов занимается уже почти 8 лет. В рамках тура по Краснодарскому краю москвич опробовал разные спортплощадки. Анапский скейт-парк на уровне. Хороший парк. Вот. Реставрировали его тоже неплохо. Ну, все на уровне. Фигуры хорошие, сами радиусы, все это, ну, сделано правильно. Никаких ошибок. Иван Сивцев каждый вечер приходит на площадку с младшим братом. Его он тоже к самокатному спорту приобщил. Говорит, что после ремонта кататься стало проще. Но по-хозяйски ремонт бы усовершенствовал. Когда его только начали строить, он был очень хороший, но вот недавно его перестроили. Тогда он был весь в дырках. Мы сами заделали дырки фанерой и гвоздями. Но вот сейчас его перестроили, правда, есть некоторые недочеты. Например, нет железных скатов. А, так хорошо. Экстремальные виды спорта набирают все большую популярность. Это, конечно, травматично, но спортсмены готовы рискнуть ради острых ощущений. Всем страшно, но это же экстрим, от него не уйдешь никуда. Кто-то прыгает откуда-то с вышек, паркур, кто-то катается на машинах боком. Это же тоже все страшно. Вот, людям нужен адреналин, поэтому это все существует. В любом случае, спорт лучше пагубных привычек. Глава курорта планирует лично посетить скейт-парк и оценить проделанную работу.